значит, едем в армию служить. Ну и так, рыпнули ее, пока в вагоне ехали. Прапорщик у нас просто балдел. Что ж, с гармошкой скакали. Приезжаем в армию, там служим, то КМБ, то Сикосе. И ротный подзывает, говорит, надо нам, Юрий, значит, строевой смотр песни подобрать. Я говорю, ну вот, наверное, пойдет. Ну давай. Выучили ее роты. Вот, значит, строевой смотр у нас. Приехали там все командиры, то майоры, то полковники. И вот выходит рота наша. И как вначале, а там что ж, солдаты не просто такие, а идем же, маршируем, и там запеваем все. А получается речитатив. И так все четко выговаривает, все стараются, понимаешь? Да. Задумал я жениться в 17-м году. А дело не креется, невесту не найду. Ох, жева, жева! Вот такие вот макары. И у комбата вот такие вот глаза. Мам дорогая, тут про пиво, что за моральное поведение, что это такое. Упор лежа, говорит, как принять? Все, и давай. Наяривает. Рот говорит, так, все, ты мне из наряд влазить не будешь. Вот. Анекдот такой получается. В 17-м году, а я дело не клеется, и невесту не найду. Ой, ой, жива да жива, даешь ей пару пива, и парочку девча, чтобы было с кем начать. Ой, ой, жива да жива, даешь ей пару пива, и парочку девча, чтобы было с кем начать. Родимый ты мой, батюшка, жениться я хочу. Коля, а что это за жена?